Накануне праздника выпускников «Алые паруса» прошел концерт с душевным названием «Мелодии сердца». Для романтически настроенных зрителей исполнили песни из кинофильмов и то, что было принято называть хитами советской зарубежной эстрады 30-х-80-х годов. Ведущие концерта представляли, что они находятся в старом парке, перед ними деревянная площадка, где танцуют танго, а оркестр наигрывает известные мелодии. Это была попытка возродить тот досуг, который сегодня уже безвозвратно утрачен. Если говорить о сладостных мелодиях 30-х годов, танго, романсы тех лет, это прекрасная музыка, интернациональная, часто в нашей стране делали переводы просто этих песен, и они от этого нисколько не теряли, потому что пели их великолепные музыканты, играли замечательные оркестры. Поэтому, когда мне предоставляется случай это спеть, я с удовольствием этим пользуюсь.